Здравствуйте. Арсений Селезнев, зверобой. Цвет настроения синий. Дед Слива. Значит, у нас 24 августа. И в этот день я решил начать собирать с этого дерева, потому что тут больше солнца. Довольно хороший урожай. Скажем так, где-то 2/3 из максимального урожая. С этого дерева, может быть, я думаю... А ну покажешь изнутри, вот где-то, вот допустим в эту сторону, туда куда-то. Где-то может быть даже ведра 3, я думаю, можно собрать, если постараться. Это дерево, оно почему-то любит лезть к соседям, я уже его опиливал несколько раз, все равно оно лезет к соседям. Может, солнце растет в ту сторону? Да, там больше солнечной стороны, ну в общем... За забором, как говорится, все лучше. И трава зеленее, и солнце светит ярче. Да, и пенсия, пенсионный уровень ниже. Значит так, значит, будем делать сок, будем делать повидло, и я думаю, что будем делать пастилу. А... Косточки сжигать в виде, будут в виде брикетов, бумажных таких кульков, которые буду бросать в топку. Они будут по плотности как уголь. Что такое? Собрал? Тут только одна. Ну, там в ведре уже больше. В том ведре. Тяжеловато носить в этом маленьком ведре столько. Ведро, кстати, очень удобно, если такое... Получится сделать, делайте. Двумя руками можно работать. Также слива. Сливы сырые есть я очень много не могу. Поэтому придется ее переваривать. Сейчас делаем компоты, очень вкусно. А что, далеко бежать что ли? Не, недалеко, где-то там. За хмелем. Все скрыто. Домик задумчивости совсем недалеко. Но ночью нежелательно, ночью темновато как-то. Что еще хорошо от сливы? То, что поросль весной кур очень активно едят, сейчас не так активно. Но я думаю, если кинуть, листья подсохнут, они их стрескают. Слива также годится для некоторых поделок. Это довольно плотная древесина. Но, ну и дрова тоже хорошие. Но единственное, у нее очень неприятная вот эта поросль, которая косточки прорастают. И может быть даже от корня. Я не знаю точно насчет от корня будет расти или нет, но косточки точно прорастают. Поэтому старайтесь косточки не бросать. Точно так же, как вишня, абрикос, терен или терн. Также и сливу. Слива очень хорошо растет, так что старайтесь как можно аккуратнее, если у вас растет на участке, ну, поменьше где-то бросать косточки. Я как-то бросил ведро с косточками под орех, поливал орех с помоями, и получилось, что там проросли сливы и, по-моему, еще что-то там. Или абрикос, или вишня. Это было жестоко. Я еле вот посидел так, еле повыдергивал. Так что... Если вам нравятся сливы, будьте с ними аккуратнее. Можно кормить кур, можно самому есть плоды, можно топить. И можно топить даже двумя способами, ветками и косточками. Также сок и пастила. Так что довольно полезное дерево, но стрёмное. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Пока!